Электромобиль производства КАМАЗ, беспилотный аэробус. Вот такой вот мир. Да, я так понимаю, чисто автобус. Автобус будущего, наверное, но судя по станциям, которые здесь указаны. На шильдике написано КАМАЗ. Да, производство КАМАЗ. Я сам был удивлен, что КАМАЗ мы начали делать. Что такое производство, такую машину делали КАМАЗ. Ну, концепты. Я читал статейку про советские концепты 60-х, 70-х годов, там такие машины. Я думаю, что это реально, если может, лет через 5 такие, наверное, будут. Пусть, по крайней мере, в Москве точно, наверное, будут ездить. Если никаких кризисов не будет. А нет, так вообще комфортно. Думаю, только единственное, тут непонятно, будут. Ну да. Как бы, да. Я думаю, что они, если их ведут, они их ведут тест на каких-то малых городах, типа Нижнего Новгорода. Или наберных Челнов протестируют, а потом уже перегонятся, например, в Москву. Ну, могут сейчас вот чемпионат мира по футболу будет. Вот я думаю, может, что быть, вполне, да. Опробуют, наверное, таким уж. Я вот это думал сразу, что это Югуар стоит вот этот рядом. Оказывается, это Тесла, я тоже так думал. Я сразу подумал, что это Type-S какая-то. Да. А оказалось, что это... Ну, может быть, они взяли... Да. Скорее всего, по крайней мере, корпус точно прям один в один. Похоже, да, по-моему. Вот такой вот, скорее всего, наверное, чемпионат мира 2018, я думаю, можно будет такие увидеть. В Москве, может быть, в Санкт-Петербурге. Но очень красиво, внутри красиво все это. Качественный пластик, ручки. Такой вот автобус, электробус. Производство КАМАЗ. Ну, снаружи впечатляет, очень красиво. Спереди тоже красиво. КАМАЗ. Такие вот электромобили. Там производство Рено, Тесла, КАМАЗ. Блин, шаттл. Внутри объекта на средства шаттл. Ну вот я, скорее всего, проходит тест испытания. То есть в 2018 году, в следующем, наверное, его обязательно протестируют. Уже на чемпионате мира. Обязательно, наверное. А, это сейчас посмотрим производство. Подход имеет право. Матрешка. Такси матрешка. Thank you.
матрешка. Такси матрешка. Russian Autonomous Taxi. Тоже пока непонятно, насколько оправдан такой автомобиль, такой такси. Потому что там непонятно, получается, что 3-6 человек сидит и сколько-то стоячих. Такой вот обзор электромобилей. Матрешка, шаттл производства КАМАЗ, Тесла и Рено. Климатический форум 2017. Спасибо, друзья, что смотрели видео. Не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. До свидания.